В микрорайоне Медгородок на улице Комсомольской, Верхнеуральский, появился яркий игровой комплекс для детей. Жители сделали обращение к районному депутату Ивану Шаманову, и просьба оказалась посильной для исполнения. Накануне каникул в этом году ко мне обратились жители микрорайона Медгородок, в частности Власова Людмила Ивановна. Она очень инициативная в этом районе и в защиту детей попросила восстановить площадку, которая находится между домами. Идея была прекрасная, потому что сама идея установки площадок, то есть у меня является приоритетом в моей деятельности как депутата. И в итоге вот совместными усилиями и, что самое главное, да, силами жителей самих, то есть эта площадка была приведена в красивый, нормальный вид, о чем мы видели на фотографиях. Я как депутат оказал, конечно, посильную помощь, но еще раз хочу поблагодарить всех жителей, да, и призываю, что там, где мы живем, там, где мы родились, где мы растим своих детей, облагораживать места, приводить в порядок – это наша просто обязанность. И спасибо всем, кто в этом участвует.